Береговая охрана Италии спасла от гибели свыше 3600 мигрантов из Сирии и Северной Африки. Мужчины, женщины и дети в поисках лучшей жизни на 11 переполненных ветких лодках пытались пересечь Средиземное море. Часть спасенных мигрантов отправили на Лампедузу, часть на Сицилию. В прошлом году в этом районе при попытке добраться до Италии погибли более 400 человек, а за последний месяц утонули 14 мигрантов.